Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякое милосердие и щедрота, и Боже милость безмерна, и человеколюбие неисследимое пучина, ко Твоему величеству припадающее со страхом и трепетом, яко рабы недостойны. Благодарение Твоему благоутробию, Твои благодеяния, то изъял Ты на нас, рабов Твоих, ныне смиренно приносящие, яко же Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем, величаем и припадающие паки благодарим. Твое безмерно незреченное милосердие, смиренно молящее, да яко же ныне, моление рабов Твоих приятий и милостивно исполните с подобием Иси, и вопреднее в Твоей искренней любви, и во всех добродетелях, приспевающих Твое благодеяние всех верных Твоих, получите Церковь Твою святую, весь сию от всякого зла обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем даруя. Тебе, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим Единосущим Твоим Духом, во едином существе славе моему Богу, всегда благодарение приносите и предлагаю глаголоки Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. О Святому Пророку ожили, помолимся. Славный и причудный пророче Божий Илие, просиявай на земли, равноангелен житием своим, пламенейшую ревностью ко Господу, по Господе Боже Вседержителе. Ище же знамение и чудесы преславными, даже по крайнему благоволению к Тебе, Тебе Божию, при естественном восхищении на огненной колеснице, с плоти Твоей на небо, сподобившейся беседовать и спреобразившись на фаворе Спасителя мира, и ныне в райских селениях непрестанно пребывая и предстоя к престолу Небесного Царя, услыши нас грешных и непотребных, часть сей, предстоящих пред святою Твоей иконой и усердно прибегающих к ходатайству Твоему. Моли о нас, человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о грехах наших и всесильной своей благодатью, да поможет нам оставите пути нечестия, преуспевайте же во всяком деле блазе, благом, да укрепит нас в борьбе со страстями и похотями нашими, да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и премудрия, целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами Твоими пророчиями злые обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к божественной православной вере и к уставам святые церкви и заповедям Твоим, непочтением к родителям и властям придержащим и низвергающие людям бедные нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас причудни пророче, предстательством Твоим праведный гнев Божий, избави все грады и весь отечество наше от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи Твоими молитвами преславные, придержащие власти наши в великом и многотрудном подвиге народа правления, благопоспешивающим во всем благих деяниях и начинаниях и во дворении мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому и спроси пророчий Божий от Господа, пастырем нашим святую ревность по Боге, сердечное попечение спасения пособы, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушении, судьям и спроси нелицеприятие и бескорыстие, правоту и сострадание, к обидимым всем начальствующим попечение о подчиненных, милости и правосудия подчиненным же, покорность и послушание к областям и усердное исполнение своих обязанностей. Да так о мире и благочестии пожившем, всем детстве, сподобимся причастие вечных благ, Царствию Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Святая Богородица, спаси нас!
Слава Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу.